Челябинский ЖД вокзал уже признали самым уютным и комфортным в стране. Первое место Челябинск главный получил за наличие туалетов, кафе, магазинов и возможности отправить видеописьмо. Рейтинги составили аналитики службы путешествий 123, изучив все вокзалы страны. Главное преимущество Челябинска в том, что пассажиры могут, не покидая вокзала, воспользоваться большим количеством услуг. Наиболее востребованными эксперты назвали медпункт, отдел полиции, комнаты матери и ребенка, банкоматы. Еще здесь можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, перевести дух после путешествия в зонах отдыха, оставить автомобиль на платной охраняемой парковке или снять номер в гостинице. Есть и другие бонусы. Розыск багажа, снятие копий с документов, получение справки о городе и заказ такси. Все эти пункты получили почти по 5 баллов от экспертов. Нашлись и экзотические предложения. Собственная парикмахерская, VIP-сопровождение, то есть встреча на вокзале, а также услуга «Видеовесточка». Правда, эти предложения эксперты сочли бесполезными.